Вот такой вот обалденный блокнот шоколад сейчас мы будем рассматривать. Он выглядит как шоколадка, он пахнет как шоколадка. И я просто еле как воздерживаю себя, чтобы не откусить его. Внутри 50 листочков, которые мы можем использовать так же, как стикеры, когда написали, оторвали и не повредили сам блокнот. Очень удобный, компактный, всегда можно его положить в сумочку, в женскую, в мужскую, ну и либо в карман. Самое главное, когда вы его храните у себя на рабочем столе и пьете кофе, смотрите, чтобы его не украли. Вот так.